Йоу, салют всем, с вами мастхед. факшит, Извиняюсь. Э -э прогнозы. Прогнозы на седьмой раунд, 17-го независимого. Тема, блять. Идеальный пациент. Идеальный пациент. Интересная тема на самом деле но могла быть получше, как по мне. Ну, типа, идеальный пациент, это все. Ну, очевидно, как все будет раскрываться, по-моему, будет очень много одинаковых раскрытий, будут всякие рассказы про психушку и прочее. Такое, ну, шоу я вы -по -по понимаете, да? Ну, давайте, короче, по парам. Давайте пойдем с конца. Палачка Травасер. Э, ни разу не слушал ни один трек Котравасера за все раунды. И очень жалею о том, что прошел Палач. Потому что, ну, 8 минут душноты э, с вокалом от dramatics ну типа это не то чего бы я хотел видеть дальше на семнашке ну шум сделал скажем так не прям лучший раунд но как по мне он должен был проходить и мне его трек понравился больше здесь оставлю на палача хотя я знаю что контравасер underdog он проходил так как бы все в него не верили а он оп 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 но все-таки мне кажется что палач палач заберет потому что но ну, он поопытней поинтереснее если не будет 8 минут душноты, хотя бы уже будет шикарно. Вот, поэтому здесь я ставлю на палача, я думаю, он пройдет дальше. Грязный Рамира с Джилия, Джилия, который тоже, блядь, вообще не должен был проходить дальше, потому что я ему поставил 9 баллов, ну, вы, наверное, смотрели этот видос, да, я не официальный судья, но все-таки мне его трек не понравился, потому что, ну, вот я как молодая кровь, да, как молодежь, слушать тоже вот 5 минут одну и ту же читку с каким-то тоже вокалом. Блядь, блять, такая душнота. Я, должен, я был уверен, что пройдет Джонни вообще в легкую. Но, блять, я вообще не понимаю, как. Поэтому здесь сто процентов забирает Рамирос, который, если сделает батловую часть, плюс не оплошает с раскрытием, я думаю, для него не составит труда вообще пройти дальше. Как по мне, это вообще легкое для Рэма, поэтому бля, флаг ему в руки и все, и ждем. Хай Кусани, Кусани тот же Человек, которого я ни разу не слушал, но знаю, что неплохой такой у нас. Чувачок э, в онлайне. И есть хай, которого я слушал. И который, ну, прям такой нормально делает, солидно. Вот если бы я сравнивал это с Дотой, то это был бы, знаете, какой-то новый герой, кусани для меня, который вот только что вышел. А хай это уже стабильный такой в врейскин, который в мете, да, все время. И, ну, я считаю, что хай должен забирать. Но тут все зависит от того, как будет раскрытие, мне кажется, длиться. Потому что батлить эти ребята сто процентов умеют. А вот кто как раскроет тему и сделает вот это рифмы, да, вот эта структура, надо вот им все будет сделать четенько. Я, ну, как по мне, по читке должен забирать хай, потому что флоу у него, конечно, ебейший. Ставлю дальше на хая. Ну, для меня как бы это немного очевидно. Вот. Нервный водяра Блюс, Это, наверное, самая очевидная пара из всех. Забирает ее нервный. Ну, водяра как бы, ну, уже подошел раунд, когда надо улетать. Но, возможно, будет борьба. Но я все-таки думаю, что Нервный пройдется катком и пойдет дальше. И вот у нас остается 4. 4 просто ебейших пары, про которые я сейчас не знаю даже, что говорить. Давайте поехали. Steam, Витя Классик. Если Витя Классик сделает так же, как против Оксимирона, то эта пара будет очень сложной. Очень сложной если они, бля, если Steam сделает трек, который он может сделать, если он сделает прям хорошо, не знаю, как в каком раунде. не знаю, вот он прыгнет выше головы. Ну, даже не выше головы, а выше своих треков, которые он сдавал, потому что у него треки были стабильные, но ничего такого прям в них не было особенного. Они довольно были, ну, вот в стиле Стима. Вот так. Типа, ну, Steam сдал такое все типа, ну Steam, он не удивлял. Это было такое стандартное его творчество, да? Витя Классик сделал один серьезный раунд. Э, в одном. Э, сла... Нет, как в одном, блядь. В раундах трех он слал нахуй Эльдара Джарахова. Э, послал райт раунда мультифрукта еще до хуя судей. И поэтому у него, как бы, уже. А от Райт Рауна голос ему точно не придет. Мы знаем, кто такой Райт Раун. я думаю, он обиделся. Он обиделся. И вообще, я думаю, он уйдет с батла после еще одного диса от кого-нибудь. Ну ладно, шутки, шутки, шутками, короче. Но пара очень равная. Я не знаю, на кого здесь ставить. Я вот даже, ну, я не могу представить даже, вот если они сдадут лучшие свои треки, кто пройдет дальше. Потому что что с тем, что Витя Классик, это, ну, ветераны, это ветераны. Они родились на хип хоп мне кажется. Это вот их дом, они... Когда вот приходит Крит, их трясти начинают. Но ведь и классика по-любому трясет от Крита. Но! Это же территория, правильно? Но, бля, пара, конечно, ёбнутая, ёбнутая. Вообще не знаю, за кого здесь... Ну, примерно голосовать. Примерно. Я бы отдал за Стима, потому что он делал стабильнее. Но вот, блядь, с перевесом, прям, не знаю, блядь, 60 на 40. Ну вот, потому что... Ну просто Стима делал стабильно. Он каждый раунд выдавал неплохой уровень. А Витя Классик там что-то Окси за нормально, да? Потом какой-то раунд, блядь, трайт раунд пошел нахуй. Эльдар пошел. Ну, вы поняли, короче, в чем фишка. Поэтому я дам за стабильность. Стабильность это признак мастерства. Язык заплетается. Потому что уже темно, темно на улице. Все, блядь, 9 часов. Че я несу? Ладно, на самом деле мне жарко, вон у меня, блядь, пот идет. Со всех ручьев. Ну все, блядь, шоу я. Вот, идеальный пациент это я. Короче, Дальше, дальше. Лианжи-Ветер. Пара тоже ебанутейшая. Что же, это просто ну, типок на казахском своем вайбе, да, выдает нереальные раунды. И Ветер, который прошел Цуру, напрягся он? Да нет. И, блядь, ну вот какой он там, финалист 15-го, да, независимого. Я думаю, что есть такое ощущение, что эта пара именно вот по критериям, по батлу, будет самая горячая. Ну, потому что они сделают мега равно. И тут будет уже вкусовщина. Поэтому. Не знаю. Вот, вот эти четыре пары, которые я бы не хотел судить. Я не знаю, как придется судить. Но Лиан же ветер. И я. Я вот как бы. Душой и сердцем за ветра. Я. Потому что думаю, что он сможет это сделать. Но. Блин, даже не могу сказать, что головой за лянджит это очень равная пара. Я здесь дам 50 на 50, я не, не знаю. Ну, даже дам, наверное, 55 на 45 в пользу ветра. Мне кажется, что все-таки ветер. Он, ну, я думаю, что сможет. Я верю, что он сможет. Но пара, конечно, бля. Локдок Егор Крид. Могу ли я сказать, что это конечная остановка для крида? Да нет, конечно. Могу ли я сказать, что крид идет дальше легко? Да нет, конечно. Типа все зависит от локдога. Если Крит сделает как, не знаю, как дисовую часть, как в пятом раунде, а тему раскрытия как в четвертом, наверное, да он может пройти? Да, конечно, может. Я не знаю, тут на самом деле пфф, очень сложно. Сперва, сперва, мне кажется, ну, я вот смотрю зрелым своим взглядом, я думаю, что логдог идет дальше. Но мы думаем, думаем что у Крида наконец-то нормальный соперник. Ему наконец-то интересно будет писать. И мне кажется, что не такая уж и равная пара получается. Я бы отдал 60 на 40 за Лукдога. Но держа в голове тот факт, что Лочи может не сдать дис на Крида, а может просто сделать лирику, да. А Крид, он, бля, он как терминатор, он настроен убивать просто. Поэтому тяжелая тоже пара. Но я думаю, что все-таки 60 на 40 за Лукдогом, но... Тут зависит от многих факторов. Что сделает Крид, что сдаст Локдог, будет ли дис у Локдога, будет ли там лирика у Крида, как будет раскрыть. Короче, по тексту, по тексту Локдог, скорее всего, 100% заберет. Но Криду надо прыгать выше головы, ему надо докручивать рифмы, писать вот эти одни-двойные, делать сквозные, делать интересный рисунок рифмовки. Крид этим никогда не заебывался. И вряд ли он сейчас сядет заебываться, у него будет опять один за рифмы, и ну там, если на панчет будет 4, да, за структуру. А так 3 где-то. И ему надо вывозить 100% раскрытия. Раскроет ли он тему идеальный пациент? Да, тема, как по мне, для Крида. Ну, он может ее раскрыть. Потому что, ну, тема для него интересная, идеальный пациент, иде не идеальный мужчина. Да он что-то придумает с этим. Что-то у него будет и. Ну вот 60 на 40. Я не отдаю сильную фору локдогу, потому что я все-таки верю в Крида. Я думаю, он еще раз нас всех удивит. И я не отрицаю тот факт, что Крид может пройти. Я уверен, что если Крид захочет, он навяжет прям, ну, бой-бой. Если ему не будет похуй, как, например, в прошлом раунде, когда он сдал 2.55, и он написал, блядь, за день до сдачи треков за 8 часов, поэтому... Ну, я не знаю, все зависит от того, забьет ли хуй Крид на это, и как... и что сделает Локдок вообще. И последняя пара. Первое место по баллам это Noise MC, он же Дамилола Карпов, и без дотемпа. Без которому я отдал ЛТР в прошлом раунде. Потому что, ну, для меня он сделал пушку. Ну, дядя, там 22 балла смело можно отдавать. Он сделал шикарную дисовую часть. Он сделал шикарную лирическую часть от лица Диги. И это для меня было пушечно. И нойс, который сделал шикарнейший трек про Чернобыль. И неплохой дис. Но если мы берем дис, опять же таки, нойза и дис беса, то дис беса в разы сильнее будет. А вот с лирической частью тут где-то борьба на равных. И получается что лидер у нас таблицы это нойз, против девятого места это беса, да? И я здесь склонен отдать бесу, потому что он батл. Как по мне, он батл. И он может сделать так, что он пройдет дальше. Все зависит от того диса, который сделает Нойс. Если нойс сделает слабый дис. Без зубов, как он делал против всех остальных, да, участников, против кого я слушал, то я думаю, что Бес пройдет дальше. Потому что у Нойза нет, ну вот, прям, сильно каких-то бьющих строчек. У него была интересная против Марса, да. Ты ноуней, no потому что никому не интересен. Ты не интересен, потому что ноунейм no или что-то типа того, да. Но. Бля, бес, он прям он. Вот так вот как-то примерно выходит. И что получается? Получается, что без, но с маленьким перевесом. 60-40 где-то так же. И что выходит у нас в целом? Э -э Нойс без э 40-60. Лочи Крит 60-40. Лянж Ветер, блядь, ёбнутая пара. Я склонен здесь давать либо 55 на 45 в пользу ветра, либо 50 на 50, потому что вот это прям пара, которая я не знаю, по критериям она очень равная. Что там умеет читать, что тут, что там умеет писать текст, что тут. Бля, если... Я не удивлюсь, если там будут, типа, 21-21, 20-20, 22-22, такое вполне возможно. Steam Vita Classic тоже пара... Вот Steam Vita Classic это Лианж Ветер, только ол... old, school, old school, old school, old school, бля, нормально, да, сказал, ну все. Old school, поэтому, как бы, Лианж Ветер это фреш пара Steam Video Classic. Вот так мы сделаем. И там тоже, бля, 55, 45, 50, 50, я не знаю, 60, 40 в пользу Steam а, из-за стабильности, если только. Нервный водяра блюз, да как по мне, нервный пройдет дальше, 80 на 20, я уверен в этом, даже, наверное, 90 на 10. Хай Кусани, 70 на 30, хай 100%, ну, я все-таки верю в него, он сдавал поинтереснее треки, и вот так вот выходит. Грязный Рамирес Джили, верю 100% в Грязного Рамиреса, но если он не пройдет, то это, бля, ну, это что вообще, нахуй. Ну и Палач Катравасер, я бы отдал здесь, наверное, 80 на 20. Не верю в Катравасера, но если он, бля, пройдет дальше, то я, я послушаю его трек, вы представляете, что, бля, ну, вот как бы вот так. Напишите свое мнение в комментариях, можете прям написать пары, кто пройдет. Читаю, обязательно, конечно, прочитаю, пообщаемся с вами. В описании заходите. Ссылочки на мои соцсети есть. Там мой релиз вышел недавно. Епихи трик. Послушайте обязательно. На канале есть. Но желательно зайти в группу, подписаться на нее. Конечно, нажать лайк, поставить там это, комментарий. Можно написать, репостнуть можно. А можно просто послушать просто и написать свое мнение. Мне будет... Мне важно его почитать. Вот так я вот скажу вам. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, не пропускать стримы, потому что седьмой раунд будет судейство на стримах, будет, конечно, и вне стримов, но на стримах тоже будет. Поэтому все. Все, я вроде все сказал. Поставьте лайк. С вами был Мастхед. Спасибо, что смотрели. Всем удачи и всем пока.